Всем огромнейший привет. Мы снова у светофора. Скорее забегаем. Сегодня очень много людей. Подвезли, смотрите-ка, что. Ваниль и молоко. Гель для душа. 151 рубль. Новинка. Большая расфасовка. Турция. И знаете, сколько здесь? 750 миллилитров. Да. Большая упаковка. Наверное, вкусно пахнет. Прелесть. Лак еще на месте. 135. И сухой шампунь. 127. И вроде как уже первые отзывы поступали. Длительная свежесть, без белых следов. Вроде бы нормально этот сухой шампунь. И система Кашпо с прикорневым поливом. 3,5 литра на 2. 158 рублей. Россия тоже, смотрите-ка, опять подъехала эта система. Здесь внутри вставляются два горшочка в это Кашпо. И они бывают разных цветов. Вот так. Устанавливаем. Вот здесь какие-то... это... какой-то крепеж снаружи, что ли. В общем, нужно разбираться. Ну, в общем, два горшочка будут вот так выглядеть. И сквозь эти ажурные кружева будет как раз цвет горшочков виден. Кто ждал, приехали освежители воздуха. Сменный баллон, именно 250 миллилитров. Россия 89 рублей. И аромат называется «Горная свежесть». На 2 месяца автоматический спрей. Он годится для систем. Видите, какая там штучка. Ну и можно и просто пользоваться. Не обязательно в систему вставлять. И так можно нажимать и разбрызгивать. Для сантехники Mr. Des Professional. 1 литр 77 рублей. Россия. Белизна. 3 в 1. Гель для сантехники. Дальше, что еще есть? Double C. 10 в 1. 750 мл. Здесь поменьше. То был литр. Здесь 750 за 47. И химический завод ступинский Санфор прислал универсал, тоже 750 миллилитров, 57,70. Не литр здесь. Банки уже заканчиваются, и винтовые, и обычные для закаточных машинок, да, уже меньше. Винтовые остались. И привезли ватные диски, 180 штук за 56. Сейчас это самая низкая цена, 100% хлопок. Удача, посмотрите, что я нашла. Древесный березовый уголь, 5 килограммов, 30 литров за 328 рублей. Огромные мешки, и уже заканчиваются. Был палет. В прошлый раз я забыла даже взять. Это. И чувствуется, что он крупный внутри. Ну, откроем, посмотрим. 5 килограммов. Из мебели в этот раз обувница Уна 51, Венге 52 на 82 на 22, 2032, Россия, цвет беж с темно-коричневым. Ну, вот венге дуб молочный. На 2 отделения. Это я вам все показывала уже. Вот их тут сколько много. Столы кухонные тоже еще на месте. И тут смотрите, как красиво все демонстрируется. На 6 винтах каждая ножка держится. Закругленные края. И они еще есть. Есть светлые, есть вот такой коричневый. 1703, Россия. Привезли комоды 5 секций с роликовыми направляющими, пластик, Россия, 1693. Вот они какие, безопасны без запаха, собери без инструментов, высота 1100, глубина 46 и ширина 37. Цвет какой у него, мне кажется, белый с черным, что ли. Новинка, удлинитель силовой на катушке, 4 розетки, 20 метров, 2,2 киловатта, импульс, Россия, 725 рублей, 4 здесь, но без заземления, смотрите, 4 розетки, ручка мощная, единственное, что мне здесь нравится, и сама вот эта вот катушка, металлические ножки, а сам кабель, ну такой, мягкий, и он без заземления, да, обычный. Смотрите, опять привезли, это совсем, совсем свежие новинки, даже не оприходован товар, по кассе не проходим, пишут, ждем прогрузку товара. Что здесь? Это, конечно же, наша с вами швабра любимая, Magic для уборки комплект, вот она сама подошва швабры с одной тряпкой на липучках, и здесь еще есть язычки, вот, 3 язычка для лучшего сцепления, чтобы не сваливалась тряпочка. Здесь отжим есть, и есть 2 отделения. В одном смачиваем тряпку, в другом отжимаем. Ручка. У меня есть тестирование этой системы. Здесь 2 отверстия, 2 затычки. Можете посмотреть. Ссылку я оставлю, как эта швабра действует для всех типов напольных покрытий.
И поскольку товар еще не оприходован, мы с вами не знаем цену, но зато видим уже цвет. Серо-бежево какой-то голубой, очень красивый цвет. Так, и куда ты уже... А, вот она, швабра уже здесь. Металлическая ручка у нее телескопическая, вот она. Все тестирования на канале под видео, все ссылки. 5 литров само ведро, эргономичный дизайн, 100% микрофибра. И меня спрашивали в комментариях, где купить аквафор. Вот они здесь есть. Потому что вы спрашиваете, где купить кувшин. В продаже есть картриджи в других светофорах, но нет самих кувшинчиков. Вот здесь есть в Киржаче. 180 рублей сейчас он стоит. 2,8 литра. Универсальные полотенца. Ну-ка, давайте посмотрим, что это такое. 154 рубля стоит. 200 на 200. Смарт. 200 штук внутри. Бытовые, универсальные. Ну, это такие синтетические, мне кажется, не очень удобные. Салфетки. Есть еще, смотрите, какие бобины, рулоны. Посмотрим, что это. А это прочные салфетки, протирочные, универсальные. 500 больших листов, 20 на 24, двухслойные. Вот они, для чего хотите, для любой уборки. Толстая бобина. И стоят они 274 рубля. Тряпка для уборки, 50 штук в рулоне, 102 рубля. Это вот похожие, как раньше продавались в фикс-прайсе. И везде вискоза 23 на 29. Новинка. Очень много завезли туалетной бумаги. 129 рублей, двухслойная, 8 рулонов на 28 метров. Ну-ка, релакс называются. Вот такие. Еще больше комфорта, два слоя. Но два слоя, хотя они, смотрите, какие плотненькие эти два слоя. Они как три слоя. Так что должна быть неплохая эта бумага. А зачем я туда так высоко полезла, когда есть все пониже, под рукой. Два слоя, да, но это рулоны очень плотные, мне понравились. В том плане, что качество чувствуется неплохое. Потому что есть трехслойные, но так сожмете, и там они, знаете, какие тонкие-тонкие, до сантиметра сжимаются. А здесь вот упругие, плотные. Опять носочки мужские 129 и женские 130. Низкие 35-41, три пары в комплекте. Смотрите, какие серые, черные, голубые, но это уже остатки. Футболки с длинным рукавом, с коротким, все еще есть. И смотрите, сюда много отложили покупатели. Шорты, я обратила внимание, похоже на тонкий хлопок. Это трикотаж, да, широкая здесь резинка, но она не пристрочена. 52-54, 40 градусов стирка, сделано в России. Смотрите, какие хлопковые шортики на широкой резинке. Давайте посмотрим, где не оторван. Сделано в России, нет состава. Полосатые. Так, и это какие-то майки, футболки. Что это такое? Комплект домашний. Это комплект, все понятно. Значит, шорты широкие идут вместе с маечкой. Футболочка. Вот так выглядит майка-футболка, комплект домашний. 48-50, стирка при 40 градусах. Это хлопок, сделано в России. Подгибка оверлок. Но многие уже, видите, разорвали эти комплекты, поэтому имейте в виду, не одни шорты продаются, а в комплекте с маечкой. Ищите вторую половинку. Потому что маечки могут быть еще и цвета фуксии. Вот они. Очень даже неплохо все сочетается. Как раз в лето, в жару. Смотрите, детские какие. Тоже 100% хлопок. Вот написано Made in Uzbekistan. Футболочки с длинным рукавом. Но есть там и с коротким. Джемпер детский 159. Спринтом 148. А шорты женские, оказывается, отдельно продаются. Спринтованные ткани. 48-54, 361 рубль стоит. Вот они здесь с буквами.
Еще есть яркие, потом клетчатые. 361 рубль. А комплект домашний, женский, с футболкой и шортами. 48 тоже тире 54. 404 рубля, Россия. В общем, нужно копаться. Полотенца с кошками еще на местах. Есть они. Много, трикотажа много навезли. Этого тут всего не было. Ну что же, жарим с вами сыр, который называется для жарки. Так и называется. Купила в светофоре. Вроде бы без заменителя жира, молочного жира. И немножечко прованских трав, я думаю, не помешает. Сбрызнем оливковым маслом. И на полосатой сковороде гриль. Смотрите, какая красота. О, какие получаются брусочки. Похоже, я думаю, похоже. Останется посыпать зеленью или листочки базилика. Слышите, как он шкварчит аппетитненько. В результате получается сыр с такой пикантной корочкой, с хрустящей, а внутри нежная-нежная мякоть. Очень вкусный сыр. Единственное, что какой у него минус, он не соленый, абсолютно не соленый. Возможно, потребуется какой-то соус, майонезный или острый. В общем, все как вы любите. Но сыр не соленый, но очень нежный, вкусный и с хрустящей корочкой. Это после обжарки. Отличный сыр. Рекомендую к покупке. Открыла наборчик ассорти приправ от Пряны. Вот они продаются в светофоре. Открыла я приправу для рыбы. Имейте в виду, в составе входит соль и различные травы. Приправа золотистая, очень красивого цвета. Вот соль, тимьян, сахар входит в состав, кориандр, базилик, куркума, зелень петрушки, лук, ну и так далее. Так, что еще здесь у нас есть? Приправа для мяса тоже с солью, для шашлыка тоже с солью. И смесь перцев, не поверите, здесь кроме соли еще перец черный молотый, ну это понятно, паприка, красный острый молотый, душистый молотый, белый молотый, еще и горчичный порошок и кориандр в составе. Так что имейте в виду. Но приправы хорошие, мне понравились. Без глютамата натрия, между прочим. И смотрите, какая рыбка замаринованная, золотистая. Вот он цвет. Это приправа для рыбы. Замариновала и буду готовить в тандыре. Здесь, что у нас здесь есть? Камбала морская, огромная, разделила на три части, да еще с икрой. Затем сибас и дорада. В общем, посмотрим, что в этот раз. Солнечной рыбы в этот раз не было в продаже. Сказали, ее пока не будет, потому что она импортная. Вот, смотрите, какая по цвету. Видите, золотистая. Там и зелень, и все, что хотите. Очень ароматная, вкусная. Так что имейте в виду, вот это пряно. Из Fix Price. Смотрите, какая щетка мощная для чистки барбекю. Имейте в виду, вот у кого решетки. Ручка тут прочная, проволока твердая такая, толстая, и вот эта вот железная щетина, это металл, металлическая проволока. Сейчас покажу, как она все чистит. Смотрите, как классно. И снизу, и сверху. Ну вот, а потом водичкой и обжечь в тандыре. Вот как называется щетка для чистки барбекю. Сколько здесь? Сейчас будет до 250. Вот видите, стрелочка пошла вверх. Внизу по Цельсию, сверху по Фаренгейту. И на 15-20 минут. Посмотрим, сейчас будет шкварчать рыбка. Посмотрим, сколько времени понадобится. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что мое видео было вам интересно, а также полезно. Спасибо за лайки, комментарии, подписку. С вами была Марина, канал ТипТоп ТВ.
Присоединяйтесь ко мне в группе ВКонтакте, в Яндекс.Дзене, а также вступайте в группу в Телеграме, потому что у меня там быстрее всего выходят фотографии, мини-анонсы, отзывы. Присоединяйтесь, всех жду!